Следователь Вячеслав Барсуков рассказывает о деле давно минувших лет. Если быть точнее, об убийстве из лихих 90-х. Тогда у Рязани-1 повздорили двое мужчин. Одному из них аргументов не хватило. Он разбил бутылку и розочкой убил своего оппонента. На месте преступления, правда, оставил важную улику. В результате проведенных мероприятий был установлен отпечаток пальца на бутылке, которым орудие преступление было совершено. В последующем при проведении мероприятий следственных действий удалось установить мужчину, который совершил это преступление. По тяжести доказательств мужчина сознался в совершенном преступлении, признал свою вину. Данное уголовное дело в отношении этого мужчины было направлено в суд. Отделение по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет за полгода раскрыло 11 преступлений, среди которых убийство, изнасилование и многое другое. Материалы переданы в суд, приняты процессуальные решения. Отдел этот занимается самыми резонансными и громкими преступлениями. В общей статистике количество раскрытых преступлений за полгода составляет уже 24. Среди них 2 убийства и изнасилование. Три уголовных дела преступления против половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних. Данные уголовные дела были направлены также в суд, рассматривается сейчас в судебном порядке. Решение пока по данным преступлениям пока не принято. В сухих статистических данных кроется еще одно тяжелое преступление. 5 лет назад неизвестный совершил, выражаясь языком следствия, развратные действия в отношении 13-летней рязанки. Девочка шла из школы домой, где ее и заприметил мужчина. Прошмыгнул в подъезд и начал приставать, но школьница сумела дать отпор. Спустя 3,5 года масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступника нашли. Им оказался ранее несудимый 23-летний рязанец. Под давлением собранных следствием доказательств мужчина дал признательные показания. В настоящий момент в производстве отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет находится порядка 15 уголовных дел. Категория данных преступлений очень разная. Это нераскрытые резонансные убийства, также серия совершенных преступлений половой неприкосновенности в отношении различной категории граждан, в том числе несовершеннолетних. Поэтому работа в этом направлении сейчас ведется и продолжается нашим отделением. Если о чем эта статистика и говорит, так это то, что наказание неотвратимо, независимо от давности совершения преступления. Да и не случайно именно это направление деятельности определено руководителем следственного управления среди приоритетных и на 2021 год. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».